Добрый день, коллеги. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня у нас на пресс-конференции президент футбольного клуба «Амкар» Геннадий Михайлович Шилов, главный тренер нашей команды «Миадрак Божевич» и капитан команды Дмитрий Белоруков. Пожалуйста, задавайте вопрос. Геннадий Михайлович, буквально общие слова по финансовой ситуации. Бюджет клуба на 2012 год составляет 575 миллионов рублей. Это на 25 миллионов ниже, чем в 2011 году. В такой же ситуации, в такой же пропорции мы работаем с администрацией края. То есть 50% бюджетные, 50% внебюджетные средства. То, что касается ниже, с приходом Миадрага, мы с ним проговорили в целом по ситуации. Нам не надо в основном составе 32 человека. Те, которые в принципе не играют, а просто находятся в основном составе, но не играют. Поэтому от части игроков мы избавились. А часть мы передали в аренду. За счет этого сэкономим, думаю, что около 25 миллионов. Пожалуйста, уверенности в том, что «Амкар» останется в премьер-лиге, было больше тогда, когда вы вернулись в «Амкар» или сейчас? Ну, я думаю, сейчас, потому что у нас была очень трудная серия. Там вот 7 игр, которые мы играли, 6 были на въезде. Так что, если мы пережили эту ситуацию, сейчас думаю, что у нас гораздо лучшее расписание и нормально мы должны остаться в премьер-лиге. Именно без стыковых матчей? Без стыковых матчей. Ну, я думаю, что мы должны, как с Миадрагом проговаривали, что мы должны быть в 12. Вот это задача, которая стоит перед командой. До завершения второго этапа 2012 года. Миадрак, вы, тем не менее, несмотря на поставленные задачи и на вашу уверенность, следите ли за, или будете ли следить за первым дивизионом? Первым дивизионом. Ну, собственно говоря, за командами, с которыми вполне не хотелось бы, но все равно, может быть, придется играть в стыках. Не буду. Почему расстались с определенными футболистами, в частности, о Михалеве, вот, и вообще судьба состава? Я, наверное, могу в двух словах, в основном добавит главный тренер. Ну, во-первых, то, что мы ждали от Ильи Михалева, мы не получили в 2011 году, и он не показал себя на сборах уже вот при подготовке ко второму этапу. Во-вторых, он легионер. И в-третьих, мы рассчитываем все-таки на своих ребят, те, которые уже подросли, которые составляют нормальную конкуренцию тому же Михалеву. Это Бурмистров, Тюкалов, Субботин. Ну и так далее. А на каких условиях он во Львов перешел? Клуб что-то поменялся? Конечно. Можете одну назвать? Ну а зачем? То есть это выгодно для клуба в целом. Сделка хорошая. Несколько слов про Мартина и Кубка. Я правильно понимаю, что с его приобретением ваши селекционные цели были решены? Ну, знаете как, нам нужен был опытный игрок, который уже играл в России, который уже очень хорошо знает этот чемпионат, потому что эти задачи, которые мы должны сейчас решать, очень трудно решаться молодыми игроками. Так что думаю, что с его приобретением мы усилили состав 100%. Я надеюсь, что быстро он это и покажет. А я хотел добавить за Михалева, и не только для Михалева, но все игроки, которые играют на этой позиции в «Амкаре», без обиды. Для нападающих работает только статистика. А любого нападающего в «Амкаре» можете посмотреть статистику и... Значит, это что-то другое.
Посмотрите на статистику, и все будет ясно. Он остается в клубе, не остается, он легионер. Значит, то, что касается Топчу, есть решение главного тренера, в принципе, с ним расстаться, но мы не можем найти ему команду. Он тренировался с дублем, все сборы проходил. Мы ему искали вариант. Другой вариант, если мы его не сможем как бы куда-то устроить, то он останется до завершения контракта в команде. Он при этом изгоем не будет, то есть он будет играть и рассматриваться как конкурентная единица? Не, ну почему нет? Мы, Медрак, извиняюсь, я считаю, что то, что дубль мы весь просматриваем и периодически из дубля приглашаем в основу, это вот заслуга Миадрага как раз брать молодых, с учетом того, что у нас действительно состав футбольного клуба «Амкар» более возрастной футболистов, мы омолажим своими игроками. У нас каждая весна начинается, в общем, со слов, что у «Амкара» проблемы с линией нападения, мы ищем нападающих и так далее, но сейчас вот вы ничего подобного не произносите. Это, да, первый случай, когда у «Амкара» нет проблем с линией нападения, Миадрак, и Кубка все закрыл. Я не знаю, если он закрыл, но он должен это показать. Ну, предсезонные игры были? Ну, были там, он забил один гол и было два пенальти на нем. Он с нами не готовился, только с нами готовился на одном, на полтора сбора. Значит, три недели были сами, так что за три недели четыре игры. Один забил, два пенальти, я думаю, неплохо. Я буду доволен, если он забьет 4-5 голов. Вот этих 12 игр. 4-5 голов до 13 мая? Или 4-5 голов только с крыльями Совета? Вы помните, когда «Амкар» последний раз забил 4-5 голов? Вопрос капитану, Дмитрий. Вообще-то вот эти три минувшие сбора как-то отличались от тех, что были раньше. Ну и два новичка вот рядом со мной сидят. Что-то о них можете сказать, как вошли в команду и прочее? Ну, мы уже с Миадрагом работали, поэтому мы уже знаем его систему сборов и все. То есть нам уже было не в новинку. Но по ребятам все мы друг друга знаем, потому что делаем одно дело. И, в общем, влились в коллектив легко, очень позитивные. И будет все нормально, я думаю. А специфика все-таки была, это даже это не предсезонные сборы, это межсезонные какие-то? Не знаю, нет, почему? Мы так же, как всегда, зимой на сборах были, так и сейчас были. Ну, может быть, не знаю. То есть у нас так же, как новый чемпионат начинается, только мы продолжаем старый. А по количеству просматриваемых игроков вот что-то было? Изменения какие-то? Я так понял, по составам, которые выходили на контрольные спарринги, да? Все-таки достаточно небольшое количество было. Ну, не знаю, это, наверное, не ко мне вопрос. Ну, в общем, да, не было большого обилия игроков. Но, наверное, это и лучше, потому что когда очень много приезжает, и в основном приезжает половина в не пойми кто, и, в общем, они не нужны особо. А сейчас приезжали люди, которые именно могли усилить нашу команду, но как-то, наверное, кто-то не показал, кто-то показал, вот и поэтому вот так. Мы действительно просматривали линию нападения, в том числе приглашали на первый сбор Маренича из «Локомотива». Но, как говорят, в этой ситуации он не смог бы усилить наше нападение. Тот же Тюкалов и Бурмистров, они выше его. Матчи будут, конечно же, интереснее. И сейчас как чемпионат не начинается, как обычно, а продолжается, и поэтому... Когда он начинался, был раньше, может быть, было какие-то пару туров на раскачку у команды. Сейчас, я думаю, с первого тура начнется ожесточенная борьба, и поэтому, наверное, будет, конечно же, интереснее. Скажите, пожалуйста, будут какие-то изменения там в составе политического совета в 2012 году, что новые люди придут? Ну, у нас не по политический совет, у нас при общественной организации «Футбольный клуб «Амкар» есть правление, которое решает, ну, те вопросы, которые связаны с клубом. Мы недавно провели правление, вывели из правления по собственному желанию, по заявлению
Жукова Владимира Юрьевича в связи с изменением места жительства и работы и ввели Нелюбина Владимира Александровича. Я думаю, что правление в целом в апреле еще раз изменится, с учетом того, что мы состав его нарабатываем. Есть там еще две кандидатуры, которые войдут, которые будут в целом помогать работе правления для, ну, прямо скажу, для оказания финансирования футбольным клубом «Амкар». У нас в правлении сейчас на сегодняшний день 6 человек. Поэтому будет 8, ничего особенного. Так. Это рабочий орган, который, в принципе, может собраться в любое время. Это не собрание общественной организации «Футбольный клуб Амкара», это правление. Позвольте вручить футболку Кубка Маркину. Мы все-таки успели отремонтировать западную трибуну. Вопрос так не задали, потому что это колоссальная работа была за короткий период времени, зимнее время. Значит, наша западная трибуна в целом уменьшилась, но на 120 мест, потому что VIP-трибуна нам более расширена. Потому что этот шаг был сделан для того, чтобы было уже предписание, все там уже рушилось. Не поэтому... в ущерб, там, мы не видели, не в ущерб, но уже пресса. Вот как раз касается прессы, там дополнительно сделано за счет ущерба тех, кто потерял сейчас 120 этих мест, вот как раз сделали кабины для корреспондентов телевидения. Спасибо. Поэтому, если есть желание, можете в целом пройти посмотреть. Но думаю, что в основном косметический ремонт, тот, который остался, он закончится уже в летнее время. А так сделан уже 7-м трестом, там 99,9%. Металлоискатели. Все они стоят. У нас они стоят 13 штук. И в целом сделано видеонаблюдение, которое соответствует всем нормам. Новое. Вот за текущее время. Для Кубка УЕФА. Ну, дай бог. Если Медрак сказал, попадем, значит попадем. Он сказал. Спасибо, коллеги. Спасибо, коллеги.